В общем, решил я снять такой ролик, сравнение Ice Power и усилителя SIS. По балансу у меня есть про него ролик, я уже рассказывал про него. Самый дешевый усилок с балансами. Вот. Также я его сравнивал со своим основным усилителем Pioneer A717. Это все японцы, 100 вольтовые, через понижающий трансформатор. Вот. А это Ice Power я тоже когда-то собирал сам в корпус, прикручивал к нему предварительный усилитель. Вот. Но тестировал я сегодня, записывал сэмплы без участия предварительного усилителя. То есть сигнал был напрямую, сразу в Ice Power, чтобы все было честно. SIS у меня был подключен по балансу. Вот. Источник была Sabra, операционники были Берсон V5i. Кстати, кто не в курсе, не устаю повторять, что по подключению по балансу фильтр не работает, работает ток-ток преобразователь. Вот. А через RCA, когда подключаешь ЦАП, то, соответственно, работает и преобразователь ток-напряжения, и фильтр. Итак, одеваем наушники, приятного прослушивания, а я потом расскажу вам итог.
without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walk in to find a he with that sad look upon your face. I should have changed your stupid luck. I should have made you leave a key. If I would know for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go. What kind of door? Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Well, don't you wanna try to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? And I'll survive, I will survive. Always as long as I know how to love, I know I'm still alive. I got all my life to live, and I got all my love to give, and I'll survive, I will survive. По-моему, тут сказать нечего. Итог ясен. Ice Power просто не дал шансов старичку СИС. Как он ни старался. И у него фора была, он был подключен по балансу. Ну, тут, по-моему, и так все ясно. Вот. Что хочу сказать. Класс D детальный, прозрачный, хорошее разделение инструментов. Но также... Можно сказать, нельзя забывать и о старичках АБ-класса. Все-таки теплота, такая комфортная подача, глубина. Их просто D-класс не заменит. Хотя напор у D-класса тоже есть. Поэтому как бы я считаю, что для меломана надо как минимум два усилителя иметь, чтобы было, как, что включить по настроению. Как-то так.